Смотришь? Да. Всем привет! На канале Рыжий Кот очередное видео. Что я папе хотел тебе сказать? Что ты хотел сказать? Это будет Димка Лайф. Это Димка Лайф, а не Рыжий Кот? Да. Ну хорошо, говори. Привет! Вы на канале Димка Лайф. Сегодня у нас какие-то яйца с сюрпризами. Да. История такая, там на самом деле не сюрприз. Мы уже знаем, что там внутри. Папа, да? Там еще два яичка, но там пустые. Да, нам они не нужны. Нам надо рассказать вот про это. Я хочу рассказать, в чем тут дело. Там что-то такое. Мы ходили, короче, да, я расскажу. Мы ходили несколько дней подряд в магазин, каждый день покупали яйца. Технопарк, по-моему, они называются. И хотели, чтобы нам попался поезд, метро, там трактора, еще что-то бывает. Ну, и не попал. Сейчас. Подожди, я расскажу сейчас, а то ты сразу весь сюрприз, не сюрприз, а сразу всю историю расскажешь мою. Короче говоря, в первый день мы пошли, и нам попалось там... Метро. Метро, настоящее метро, которое ездит во многих городах России, ну и не только России. Вот такой вот вагончик метро нам попался. На следующий день Димка пошел и купил себе еще одно яйцо, тоже технопарк. А в нем нам попалось метро! Кто бы мог подумать? И у нас теперь стало два вагона метро. Это, конечно, было прикольно, но Димон хотел, чтобы ему попалось что-нибудь еще интересное. Или трактор, или грузовик. Нет. И в третий день мы пошли и купили еще одно яйцо технопарк. В надежде, что нам попадется там что-нибудь необычное. И нам попалось там, угадайте, что в третий раз? Тоже метро. Правильно, тоже метро. И теперь у нас целый состав метро. Каждый день нам попадалось по одному вагону метро. Папа, знаешь что? Четвертый день мы уже не стали покупать это яичко и купили другое. И в общем, суть в чем? Пап, знаешь что я? Что? Что? Скажи, сынок. Вот я хотел, чтобы мне попался Сапсан поезд, а там все время попадалось метро. А, ты хотел Сапсан. Да, я хотел Сапсан. Понятно, а там все метро и метро. Да, в общем, метро и метро. Да. Короче говоря, с этим метро ничего не сделаешь, они никак между собой не соединяются, абсолютно отдельные вагончики. Вот это вот было в яйце прозрачно, так. А вот эти вот две, это они вот не прозрачные. Не прозрачные, вот как мы показали, вот в таких непрозрачных. Итак, чтобы ими как-то играться, Димка еще не знает, а я придумал, как их соединить. Папа, не знаю, получится у меня или нет. Папа, знаешь что? Что? Я их уже соединил. Молодец. Ну, они же у тебя разъединены. А я придумал вот какую историю. У нас есть, Дим, вот такие вот магнитики-смайлики. Да. Да, это смайлики, которые... Сейчас покажу. И магнитики вот так железные. Они прицепляются только на металлы. На металлы только? Да, они только на металлы всякие это соединяются. Понятно. И вот здесь вот есть магнит. Вот здесь видно. Мы их оттуда выколупали несколько штук. И сейчас, я думаю, у нас должно получиться что-то вот такое. Мы прикрепим один магнит сюда. А, черт. Ай! Один магнит сюда. И один магнит сюда. Папа. Куда? Вот сюда. И тогда наши вагончики будут вот так соединяться и даже будут поворачивать, когда будут ехать. Сейчас мы это все сделаем. И посмотрим, что у нас получится. Приклеивать мы их будем с помощью клеевого пистолета. Ну чё, что ты хотел рассказать, Дим? Ну, пап, если магниты перевернуть на другую сторону, а один оставить так, то они будут отталкиваться вот так. Ага. Это получается, что будет стена. Вот так они будут отталкиваться. Невидимая стена. Они не будут соединяться, да? Да. Пап, смотри. Смотри, что я делаю. Посмотри, он сам двигается. А ну-ка. Он сам двигается, смотри. По-настоящему он сейчас двигается. Да, это ты его неправильным полюсом, да, плюсом к плюсу делаешь, и он двигается. О. А, сейчас упадет. Он к тебе пошел. Вот это чудеса. Папа, он к тебе побежал. Да. К тебе побежал. Давай я вот так наклоню. Так, чтобы было видно. Этот. Так, ну давай приклеим. Вот так, наверное, этой стороной. Да, той стороной. Той стороной. Так. Так. О, клей. 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 Что за клей?
Клей. Так. Лишнее мы потом подрежем. Папа. А вот сейчас он тебе еще один магнитик принесет, Мэрон. Так, первый вагончик готов. А вот он тебе, а вот он уже тебе еще один несет. Так, давай. Проверим. Спасибо, о, смотри. Он сказал спасибо. Смотри. Спасибо, Мэрон. А переверни его другой стороной. Оп. Эй. Примагнитился, отдай. Папа, давай. Давай. Примагнитивай его сюда. Берем. Клей. Клей. Мажем. Уа. Уа, что-то много намазал. И какой стороной? Вот такой. Вот такой. Эй. Вот и приклеили. Итак, протестируем. Оп. И теперь они соединяются и даже могут поворачивать. Понял? Да. Классно? А счет надо тут приклеить. Спереди? Да, спереди. Чтобы еще можно было кого-нибудь подцепить. Да, чтобы еще одного. Сейчас я поищу другой вагончик. А вон тут у нас вагончик-то. Вот он. А, вот он где. Третий. А вот еще два магнитика еще осталось. Да, нам нужно два магнитика. Но здесь, видишь, сложнее. Вот здесь нам нужно вот эти штуки отрезать, они нам мешаются. Смотри, а вот Мэрон тебе еще один магнитик несет. Да, или просто использовать магнитик папа, поменьше. Папа, тебе клей капает. А, ничего страшного. Пап, вот ты. Слушай, здесь, наверное, нам надо магнитик поменьше найти. Поменьше? Да, мне что-то неохота ломать паровозик. Ломать? Ну, здесь, видишь, вот этот магнит, он вот сюда не встанет. Видишь, он никак не подходит. Да, тогда... Поэтому нам нужен здесь магнитик поменьше. Ставим на паузу и идем искать магнитик. Да, ставим на паузу. Ну вот, нашел я, короче говоря, магнитики. Сейчас покажу. Это маленькие? Да, вот такие вот. Такие же, как те, только поменьше размером. Маленькие. Где те большие? А вот они. Вот для сравнения. Вот такой и такой. Но! Но! Он сюда все равно, он входит, но тогда, если мы его так поставим... Тогда тормозят колеса и не крутятся, понял? Поэтому нам придется или ломать магнит, или все-таки резать вагон. Не знаю, что-то мне магнит ломать неохота, я, наверное, лучше вагончик отрежу, да? Да. Давай, сейчас. Возьмем ножик. Не отрежешь вагон, не надо отрезать. Да я аккуратно, ты даже не увидишь ничего. Вот, видишь, раз и готово. И с этой стороны тоже. Чик, и все. И теперь у нас магнитик войдет. Окей? Да. Вот, все очень аккуратно. Работают профессионалы. Так. Вот что получилось. В принципе, даже и не видно. Если не знать, что там оно было. Так, примерим магнит. Идеально. Подходит идеально. Так, теперь нам надо проверить полярность, которой стороной клеить магнит. Это не подходит. Значит, перевернем. Во, это подходит. Все, можно клеить. Да, Димон? Он не хочет больше с ними дружить. Мажем клей. И приклеиваем. Все. Излишки клея уберем потом. Вот что у нас получилось. Так, ну что, можно провести испытание. Он больше не хочет с ними дружить. Смотрите, все он... работает. Больше магнит. Так. Потому что они мои все. Ну все, смотри. Готово? Да, готов. Теперь у нас метро, которое держит друг друга. Делов-то на 5 минут. Зато теперь играться будет интереснее, да, смотри? Да. И тут можно их вода, если что, разъединить, два оставить, потом подъехать и сцепить. Так что вот такой вот у нас тюнинг. Совсем простой, но при этом интересный. Ага, Димон. Да. Тебе понравилось? Да. Моя задумка. Ставьте лайк и подписывайся на канал Димка Лайф. Пока-пока. О, монстр! Монстр! Осторожно, монстр! О, нет! Уезжай!
Уезжай, 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 сказал.